Ай, ты что, шикарный вид. Мама дорогая, новый привоз. Оператор, ты снимаешь? Снимаю. Снимай все внимательно, эти звуки замечательные нашей Одессы и мамы, передай на весь мир. Всем тем одесситам посвящается, которые по каким-то там причинам временно не дома. Друзья, всем привет, с вами я, Скрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, как вы уже поняли, мы где? Ну таки да, на привозе. Душа Одессы, особенно по выходным, здесь такой гайгуй. Я бы назвал его романтический. Вулык. Ну, такой. Вулык, да. Есть что послушать, есть что подрассказать. Короче, а мы сегодня приехали. Ребята, видео будет непростое. Я всегда давно хотел и таки сегодня исполню. Короче, друзья, я напоминаю, видео у меня давно чесалось. Вот сделать его необыкновенным. Вот именно один. Один раз показываю. Больше показывать не буду, потому что видео останется на ютубчике. Посмотрите, за что я говорю. Это видео вот, настоятельно рекомендую, даже если ты сытый, смотреть его сидя. Потому что даже любой только что покушавший человек может аккуратненько отъехать в голодный обморок. Да? Короче, мы все время ходим там. Помидоры, рыба, мясо, третье, десятое. И все время на скаку мы пролетаем мимо деликатесов. А там же есть за что остановиться. Колбаска разная, что хочешь, там хамончик, зельц. Только сало чего стоит. Короче, друзья, наливайте себе там что-нибудь. Разогревайте покушать. И мы сейчас ходим, красивенько пройдем, попробуем. Не обещаю, что почем, но если там люди хорошие, так еще и контактом поделимся. Именно сделаем ходячий банкет фуршет. Короче, деликатесы привоза. Привоза. Правильно? Гай-гуй. В библиотеку сала зайдем. Эх ты, класс. Что там? А что ли есть библиотека сала? А есть чупа-чуп с салом, ты знаешь? Да. Да. Обманываешь, да? Нет, уже придумали, все нормально, там в Испании хамон называется. Вот так вот за ногу берешь и начинаешь его 2 года грызть. 2 года. 2 года его настаивают, он 2 года грызешь. Катюня? А. Слышишь? А мы с тобой средства защиты, ваш сад, аптека, 3-10. А ну да, мы с тобой садоводы, огороды. А нам там надо кое-что купить. Слышишь, а там нам написало... А так как мы с тобой садоводы, огороды, и нам по-любому что-то надо. У нас же помидоры заболели. Блин, боже мой. Хотя это какое отношение имеет к деликатесам? Ну чего нет, если мы рядом? Что кто писала? Лена написала, что нужно купить для наших с тобой помидор. Ого, Елисей уже завис. Это когда мы посадим капусту, сынок, и к нам будут зайцы прибегать. Вот тогда тебе в этот магазин. А сейчас что это, агромаркет? Ты что, а что есть такое на привозе? А ну-ка. А ну-ка, пройдемте. Ёшкин кот. Катюня, опрыскивать так, тоже надо. Понеслась. Ёлки ты палки. Ох, растения там. Все, кто первый, Сережа? Какие растения? Ну вон, я там сейчас пойду повыбираю. Ух ты, секаторы. Ой, какие. Скажи хорошие. Мне, когда у тебя день рождения, я тебе что-то подарю. Что мне надо тут? Платан захидный, ребята, глициния. Слышишь, солидол, елки-палки. Ты посмотри, не, я хотел сказать, что вот так вот идешь за продуктами, ага. А еще и можно сюда зайти. Уже обязательно. Горшки, горшочки, выход с обеих сторон, да? Ну вот, можно туда. С Преображенской туда. И прямо отсюда вот так вот. Чисто из привоза нырнул и зашел. Что там, елки голубые ели? Ладно, Катюня, слышишь, давай долго не будем растягивать. Поставь здесь на паузу. Подожди, и хорошо. Мы сделаем то, что мы хотели. Что? Колбаска, сало, деликатесы. Так, эх ты. Колбаска. Смотри, здесь гортензии. Очередные. Слышишь, а может возьмешь то, что Лена написала? Что? Ну вот по списку я сейчас... Катюня, ты что понагребала, елки-палки, чтобы мы собрались за колбаску снять, а накупили удобрение. Агромаркет, спасибо огромное. А что, у вас интернет-магазин есть? Да, выдача замовлена, елки-палки. А ну наведи, людям может пригодиться. Я в самом начале наводила. На QR наведи, сразу сейчас телефон приставил. Бабах! И ты на месте. Спасибо, оставлю на память. Ох, берегись наши помидоры, огород, трава. И у вас, чтобы тоже росло регулярно. Ага. Катюня, выпускай меня, спасибо. Александру привет огромный. Елисей. Елисей. Поехали. Гай-гуй, поехали. Агромаркет. Ты что, а дров понавесили, смотри. Ты видел? На магнитах? Сыночка, выпускай меня, поехали, сейчас колбасу разберут. Сало, и нам нечего будет показать. Уже и Миланя проснулась, все нормально.
Удивительно, что себе здесь Лисеечка, не открой, пожалуйста, двери. Не прикупил. Никакие ножнички. Ты, наверное, как? Это невнимательный был. А я растерялся. Ты с этими удобрениями 20-20-20. Что поливать? Калий, магний рассыпать. Биозахист. Ёлки-палки. Слышишь? Мне еще нужна ты вот что, такая... для детей купила удобрение? А ну, нет, дай показать. Мне как это? Нужна вот такая вот... Вот такие опилки белые и кора. Что, Сережа? Ты меня в Одессе держишь со своими желаниями. Тебе что не дай, все мало, елки-палки. А ты говоришь мне про ножнички, чтобы я не купил. Так я удивилась, что ты не купил. Так ты же потом будешь... Я никогда тебе ни в чем ругаться не и даже драться. Нет, конечно. Что, сегодня тут точно езнышки. Сколько? А нам сделали? 40-30-50. Здрасте вам, здрасте, здрасте, здрасте. 40-30-50, 80-100. Да ты что? Катюша, стой здесь. И? А я? О, твой сын уже ушел. А ты? Пойду в машину. Зачем? Оставлю это. Что, друзьяки, погнали дальше, да? Ты что, сейчас будет вкусно? Елисеюшка, а там барахолка с той стороны. Ага. Ты знал? Зря ты ему об этом нет, сказал. Нет, ну туда тебе нельзя. Иди сюда. Я, чтоб тебя отвлечь, песню тебе спою. Тот, кто рожден был у моря, тот полюбил навсегда. Белые мачты на рейде, дымки густой города. Свет маяка на просторе южных ночей забытье. Хау! Самое синее в мире. Черное море мое, черное море мое. Катюня, слышишь? Это что, кукуруза уже появилась? Нет, по-моему. Ёшкинку, ты что уродила? Кабачки. Слышишь, так если кабачки эти повезли, а я когда говорю, у тебя ничего там не ёкает, а? Кабачки жареные с чесночком. Ой, что? Так это, как это, одесское блюдо? Да. Так я, у меня сразу в голове только что маршрут созрел. Знаешь, куда съездим? Куда? К Алине Маршал. С кабачками? В гости. Ну да, а что? Ну возьмем там деликатесов каких-то там. Ну акцент на кабачки. Давай сделаем быстренько красивый базар и погнали таки в гости. Алиночка, ждите и встречайте. Шо, Катюня, ты снимаешь? Игорешка, салют. Короче, знаешь, что у нас сегодня видео какое? Как это? Такой кулинарный променад по замечательным местам именно привоза, по деликатесам. И я его решил, я знаю, куда надо идти сразу падать в обморок, но я решил его потихонечку начать с аперитива. Ты что, ты понимаешь, что у Игоря есть? Смотри, короче, Игорешка, а дай-ка холодца своего попробовать. Что у тебя еще вкусное? Шуба есть? Шуба со скумбрии? Давай, я еще сегодня не пробовал. Оливьеха тоже, да? Катюня, сейчас мы перекусим прямо по полной программе. Скажи, а вилки есть или надо где-то бегать? А ты руками, языком. Ой, да подожди, у меня же что-то есть. Я же готовился и не просто так. Шо, да нам и чисто на попробовать, короче. У тебя, смотри, что, хлебушек есть? Катюня, я сегодня на самом деле готовился. Обычно по 50 грамм достают, а у меня, короче, мицна. Не, не надо, я же за рулем. Короче, хрен, горчица, все есть. Горбушечка? Да мы сейчас отведываем, давай сюда на поляну бомби. Я сейчас тоже что-то сделаю. Слышь, а у тебя так не едят, а у тебя берут и убегают куда-то. Ну, нам бежать некуда, потому что мы уже дома. Да. Мы уже прибежали. Так, я вот думаю, что ты дома не завтракаешь? По-братски. Я ему говорю, давай позавтракать. А я? А он нет, говорит. Слушай, что тут завтракать? Елисейка, ты что-то будешь? А? Смотри. Что ты будешь? Оливье. Не, он не будет, там срыва не будет. Что он, видишь, нос закрыл. Потому что что? Тебе надо чаще появляться на привоз. Привыкать к этим ароматам. Обалдеть, Игорёня. Вот каждый день можно купить такой свеженький холодец. А у него же всегда свежее. Холодец, оливье, шубу и что-то там еще постоянно. Так, слушаешь, помимо этого, ты посмотри, что ты тут накоптил. Сом, обалдеть, а цвет какой. Биток. Ладно, Катюня, ты снимай, а я перекушу. Ты что? Переезжаешь. Я думал, на неделю. Заскочить на неделю? Игорь, в любое время забегай.
А сейчас все чаще и чаще можешь туда уже в Большую долину заскакивать. Блин, а кристальный какой. Катенька, рекомендую первое тебе этот вот потолапать своими губами здесь. Ты обалдеешь. Ну, очень, ты кушай, очень вкусный. Ты кушай, сейчас прямо меня. Холодненький, да? Лучше мороженого? О, ядреная? Горчица хорошая, ребята, ваше здоровье. Ты шо? Хренчик надо. И что тут чисто курочка? Свинина. И она тоже? Обалдеть. Пауза? Вот это круто. Хлебушка надо. Какая пауза? Дай мне горбушку. Снимай давай. А. Не, я тебе хотел... Я тебе хотел шубы намазать. А? Шуба вкуснячая, говоришь, шуба со скумбрией? С скумбрией? Ты шо, Катюня? А, да ты хочешь мне? Это я для тебя. Игорек, отвернись, сейчас будет страшно. Она сейчас зевнет аккуратно. А ну-ка, тихо. Опача. Ты шо, даже губы не запачкала, ты понял? Ребята, аттракцион, я тебе говорю. Как это? Успевай высовывать называется. И шо? Песня? Яренка, угощайся. Мадам, кушайте, или вам там некогда? Обалдеть. Очень оригинально и бесподобно вкусно. Ни одной косточки. Ага. Елисейка, ты хочешь шубу? А он же не ест рыбу. Блин, дома так не приготовишь, точно. Ты хотела? Да, конечно. Я на все праздники в Нинке, холодец, всегда шуба. Я люблю каждый праздник. А мы теперь будем брать и не только на праздники? Нет. Оливьешечка, елки-палки. И это не Новый год, ребята, это вам не снится. Это на самом деле не приурочено никакому празднику. Что, по тоже со скумбрией? Я шучу. Слышь, какая борода красивая у человека, а? Что? У Игоря, ты видишь, какая борода красивая? Где? А. Ты балда, где? На бороде, елки-палки. Какая? Армянская? В недельке привезу тебе одесскую, армянскую на тестирование. А чем она отличается? Давай, армянскую можешь не вести, потому что я ее сейчас уже протестирую. А вот одесскую с удовольствием. Какой красивая. Я бы вообще хотел, чтобы ты меня когда-то научил. На ушко технологию шептанул, и я снял на весь мир. Блин, как в Армении. Я там ни разу не был, но по-любому именно так. Вкусно? Угу. Боже мой, я не знаю, что есть. Слышь, может мы вот тот корпус с деликатесами оставим на вторую серию? Сейчас у Игоря постоим, поедим. Не, я не хочу. Я холодца. Развлекает. Девочки, да. О, так мы можем оставить и поехать. Свадебное путешествие. Куда ты собрался поехать? Хорошо. По привозу я тебе сделаю приятно. Ну да. На Киевском ты меня уже на свидание сводил, теперь свадебное путешествие на привоз. Я ее вожу по базарам на свидание. Ну, голодная тоже не останешься. С тобой точно не останусь. Что? Что? Ты снимаешь? Снимаю. Я бы уже никуда не пошел. Я говорю, что спасибо огромное. Ты что, накормил, как у бабушки. Вот просто именно от души. Я бы и хотел попробовать шашлыки своих мидий, но уже не в этот раз. Все, спасибо, хорошего дня. Погнали, спасибо, что-то мы свидания. Еще где-то поедим. Спасибо огромное. Миланечка, говорит тетя Наташа, до скорых встреч. Эй, пошел. Шо? А что нет? Шо там, Катюня? Ты еще не наелся? Не, я уже есть не буду. Идем просто на вот то, что обещали людям, сделаем. Покажем этот блеск, цвет. Я даже не знаю, как это передать. Жизнь этого мясного корпуса. А нам ребенка не пора кормить? Поехали, пока молчит. У Алины покормишь?
У Алины покормлю. Договорились. Идем, сейчас, сынок, здесь будет пахнуть еще лучше. Сало, копчение, колбаски. Что тебе, противогаз надо было взять с собой? Да ты какой-то неправильный, идем. Здрасте. Нам ничего не надо, но кто крайне аккуратно. Здравствуйте. Здрасте. А вы знаете, что у нас сегодня, за видео? Непростое. А маленькая цыпочка, елки-палки. Ага. Она еще не загорела до такого состояния, да? Слышишь, а ну-ка подожди, Катюша, я Игоря Копченого ставил телефон. Ребята, ловите и Лилечкин. Лиля, сделай приятно на весь мир, угости кусочком маленьким, тоненьким колбаски. Это же куриная. А как это, всю нашу аудиторию многомиллионную? Ребята, мне не надо, благодарю. Ваше здоровье, Катюня, покажи пусть сюда. Кушает. Мадам, спасибо. Вы хотите откусить? Я еще спасибо, не кусал. Я уже знаю, да? Боже мой, Миланька, и тебе тоже достанется. Но она сейчас закричит, бедная. Ты сейчас уберешь, она закричит, моя девочка. Он тебя дразнит. Дразнит колбаской. А не бывает такого печенья? Смотри теперь. Боже мой. А это что, еще одна? Это запеченная? Это что? О, ты как это самое. Это запеченная. Карки, картишечки. Ага. Ты понимаешь, как она реагирует? Я знаю. Бедный ребенок. Не давай. Я не даю. Пусть только, как это, тренируется. Моя маленькая издевается над тобой. Не, печеное ей тоже нельзя. Ей максимум посмотреть, короче. Может, я возьму на руки? Возьми, Сереж, я не против. Только как ты пробовать тогда будешь? Она уже... Вот так вот. Друзья, всем привет. Блин, печеная вообще бомба. Очень вкусная. Что, пошли дальше? Да. Спасибо. Дай ей кусочек хлебушка. У тебя же есть хлебушек. Так я вот и хочу. Да, я смотрю, что ты пока меня, свой рот Лиля, не набьешь, ты меня вырубила, елки-палки. Даже про ребенка забыл. Жует и жует, все жует и жует. Держи. У меня руки в колбаске, вот я со вкусом колбаски. Слышишь? Моя девочка, дай, не дал тебе колбаски. Дай денег, я хоть Лиле всуну, а то подумают, что мы с тобой совсем. Ребята, а мы нормальные. Денег? Мы нормальные, просто мы не отказываемся. Лилечка, спасибо огромное. А я знаешь, почему так редко захожу? Потому что ты все время всовываешь, елки-палки. Вот что, хоть бы раз зашел, поздоровался и мимо прошел. Спасибо огромное. Дала, я тебе и не отказываю. Ребята, чтобы все так жили. Ты что? Елисейка, идем, сынок. О, ребенок, смотри, вот это вот зельце. Ты понял? Видишь, как на привозе все происходит? Ребята, вот где так в магазине вы такое увидите? Здрасте. Ты что? Кто крайне на покушать? Спасибо, мы уже не можем. Мы вас, если что, можем тоже угостить. У нас уже есть копченая. Ты что? А ну, зельц, давай. Аккуратно. Режьте. Чтобы было вкусно. Елки-палки. А ну, потримайте. С чем? С этим? С хреном? Я же не просто пришел, у меня тут все есть. Вот. А ну-ка. Возьмите, попробуйте с хреном теперь. Будете? С хреном будете пробовать? Мужчина уже запереживал, что ты сейчас тот кусок большой заберешь. Вкусно? Да? Бесподобно, очень вкусно. Уже добрая. Жена сейчас на посту, поэтому я его так мало сделаю. Надо сейчас колбаску. Ну, колбаску тогда с этим, с горчичкой. Ты что, она мецна?
Масло яблочное, лампа, цепочка. Ёлки-ти-палки. Приймаю. Катюня, попробуй хоть что-нибудь, я уже не справляюсь. Я же на форс села, поэтому я вам много не... Здрасте. Не буду. Спасибо, спасибо огромное. Ты хоть цены спроси, ты. А. Ребята, пробовать бесплатно. Поел и пошел. Обязательно. Давай, спрашивай, ребрышки почем? Ты что, а ну-ка, рассказывайте. Только пробовать не надо давать. Телефон спроси человека. Хорошо. А вы на почту отправляете людям, если вдруг надо? А ну-ка, продиктуйте ваш телефон. 098-660-098. Да вам дала 4. Я понял, я говорю, уберите их оттуда. У меня полный рот, что я даже мне тяжело запоминать. 098 запомнил, а дальше помедленнее я записываю. 662. 7103. Как звать? Наталочка. Ёлки-ты-палки, благодарочка. И вам благодарна. Почеревочек печеный 270 гривен, колбаска 280. Печене мясо, супокореечка 280, теж дуже добре. Катюня, давай, выручай, пожалуйста. Спасибо. Яблочко тоже шею. Ну, це вже трошечки полишалося. Самому треба приходити зранку. Та понятное дело, ёлки-ты-палки. Спасибо огромное. Это вот тебе будешь людей угощать. А нам и этого достаточно. Спасибо. Погнали. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, Товарищ папа. Как это? Писите в унитаз, все будет нормально. Давай. Бомби для папы. Шикардос? Супер, спасибо. Все, вашему папе огромный привет. Спасибо, спасибо. Пусть нам ходит сухенький. Все, поехали. Катюня, аккуратно, сзади тебя уже. О! Уже шо? О, начинается. Здрасте, здрасте, здрасте. Ёшкин ты кот. Это мы еще даже до Тани не дошли. Ты понимаешь, какая библиотека? Катюня, слышишь? Кусок, чисто чуть-чуть, больше немножко. Я для всех людей, но они все верят. Не надо. Я умираю, кажется. Не, мальчик не любит еще. Мальчик еще не понимает. А Катя таки может. Спасибо. Боже мой. Есть солонина, если любите мясо, вообще шикарно. Мы вам все верим. Катюша, проходи медленно. Вот здесь вот это вот смазанное чесночком. Посмотри. Ёлки-палки, какое карпаччо, какой хамон. Все бегом на привоз. Давайте. Моя ты хорошая, я не хотел, ну давай, это же, блин. Ты что? Потому что вдруг будете целоваться. Я когда... А, во-во-во, не, я что хотел сказать. А мы уже поцеловались, все, хватит на сегодня. Подождите, я после такого сала еще буду. Сало, сыло, спорт, могила, ёлки-палки, что? Я такое, когда к рту подношу, мне кажется, что это губы Анджелины Джоли, знаешь? Вот такие здоровые, огромные. Прямо мед. Тоже, это солонинка, вот такая с мясом. И с чесночком. Можно выбрать и мясо, и пожуй. Тихо, успокойтесь, нас же смотрят люди там и на Брайта нигде нет этого сала, и в Израиле, чтобы они там были здоровы. Ребята, я дико извиняюсь, я вас сразу предупреждал. Смотрите, это сидя и ни в коем случае не на голодный желудок. Ты что, с такой едой даже горчица не пригодилась? Сказка, хоть что почем примерно в трех словах? Вот солонинка. 280 сыровялина и солено, 240 обычное солоненькое, да, сало. Чесночком 260, такие 300. Давай возьмем калийный. Как для тракториста, что? Кусочек сала. Давайте, а какого? Ну не знаю, вот наверное вот это с чесночком. А давайте я вам ну, у нее же... Не, а вы без мяска. Нам. Без мяска? Да, хочешь? Вот такого. Катюша, да я бы взял вообще кусочек сала, может быть, просто даже вот такого, понимаешь? Чего? Или вот этого. Вот и я про это. Хорошо. Давай, вот такие вышмали. Да. Все, песня. Только пробовать не надо, я уже не могу. Все, не, у меня панкреатит, у меня... Да ты что? Нет, все. Я тебе верю. Вот это было... Катюша? А. Я с этим салом даже не увидел, что у вас... 4000 вида колбаски, елки-палки, какая хочешь. Рассчитывайся. Я? Что за где? Это колбаски. Тихо, 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 Серег. Да.
Остренькую? Да, остренькую. Он такой, что уже может. У меня просто столько соусов. И он уже репетировал потихоньку. Так, у меня есть васаби, это канина с васаби и вам. Хватит, не-не, мы по-братски по одной. Кусать, не ломай, кусай зубами. Кусай. И даю еще с паприкой и чили. Это тебе потом на свидание возьмешь. Жуй! Не, это надо разжевывать, чтобы аж коня прочувствовать там. Сколько так грошей мы вам должны? 124-123. Даю, почти без дачи. Опача. Вкусно? Да, очень вкусно. Песня. Уже колбаску ее поздали попробовать. Не, мы еще имеем желание пройтись немножко вперед. Вам спасибо огромное. Спасибо, до свидания. Просто вы нас поймали и разорвали, елки-палки. Ты шо? Взаимно? Катюня, идем вот тот мужчина, где... Да. Марат все время, когда в Израиль с Давидом собирается, беру только там. Здрасте. Фу, спасибо, мы не можем, мы хотя бы просто посмотреть это. Елисей! Красота такая. Здрасте. Здравствуйте. Что там показывают? Нормально все? Салют. Здоровенькие были. Что, я вам принес от Маратика привет. Доехал в Израиль, все нормально. Весь Израиль в шоке. Они стоят в очереди, чтобы с Маратом увидеться. Я как приехал с привоза, руки еще не мыл. Люди хотя бы нюхают. Не всем досталось сало. Но такие досталось. Что, у вас как обычно все красиво. Просто, боже мой. Мама дорогая. Речка. Елисей, тебе взять кусочек такого мяса? А ну-ка. Мясо такого взять кусочек? Дайте две секундочки, я попробую. Да, вот такой. А ты будешь... Это, и да, у меня еще есть еще и хлебушек. Сейчас, сыночка. Держи. Надо много. Это много. Это немного, она не острая. Да ешь, я шучу. А ну покажи. Я шучу, что она не острая, просто ешь. Закусывай. Катюша, мы что-то возьмем еще? Ну, Елисей хочет мяско такого, кусочек. Обязательно. А да. Это что за колбаска? Свиноговядина. Свиноговяжья, ё-моё, Катюня. Серьёзно? С удовольствием. Хотя мне уже некуда. Давай Калине кусочек колбаски еще возьмем. Это прямо что-то. Колбаска вот. Давайте нам этот кусочек, который вы давали. Катенька, ну иди сюда. Подкоричное мясо, смотри, какая красота. Какая плотность зашкаливает, обалдеть. Катюня. Ты шо? Елисейка? Ты за всю жизнь столько мяса не пробовал. Ты хочешь? Да. Это тебе. Это же супер мясо. Не, он до этого дня ходил, носом ворочил. Вот эту колбаску пробовали? Да. Давай, домой такой тоже давай возьмем. Да возьми обязательно, Катюша. Может, давайте кусочек. Да возьми длинную напополам, или как это? Я тебе отрежу. Отрежьте, сделайте как надо, да и все. Вот столько и напополам. Правильно? Кусочек Калине, кусочек домой, да? Совершенно верно. Все, отлично. Ты что? Дайте потрогать. Ё-моё, Катюня. Не, нам оба? Нам прямо оба. И тот в один кошелек. Ты посмотри, сколько радости, Катюша. А? Ты что? А усы? Все для тебя. Так, держите. Это ж фантазия приходит во время голодовки, елки-палки. Колбаску на привозе. Ребята, чтобы у всех такая была, елки-палки. Только вы нам их в разные кулечки заверните. Да, все будет нормально, разберемся. Очень-очень. Так, Катюня, иди сюда. Смотри. С пупырышками. А? Я люблю без пупырышков, Сереженька. А я не пробовала с пупырышками. А тебе и не надо. Пусть девочки твои будут пробовать с пупырышками, да. А ты нормальный парень. Обалдеть. Тут, наверное, и конь, и лось, и кто еще? И лосось. Это все? Чисто конина? Нормально, все как положено, все как у нас. Все шикардос, да? Не, ну просто такой ассортимент. Наверное, кроликом попахивает. Где-то там, может, там и сыр какой-то завалялся внутри.
Да ты что? Ох, вот это не надо, я ему верю. Я ему верю, давайте. Вот это да. Не надо, а ты же не спешишь. Да успокойся, ты еще не все попробовал. Может, а? Может, ты дойдешь до конца, и тебе уже не надо будет покупать ничего, понимаешь? Ну. Смотри, такой индюшечка. Вот это индюшечка? Ммм, Катюня. Цвет прямо благороднейший. Дай тебе индюшечку? Нет, благодарю, я уже наелась так, что все. Аккуратно. Ты наелась, да? Да. А я еще что-то попробую. Иди, папа. А это что? Это конина с говядиной. Нет. Ты просто подай, рот закрой, я даю тебе понюхаться. Ты видишь, что она делает? Открыла, короче, пробуй, все. Пробуй, Сережа. Пробуй. Дай маме. Это просто очень... Да, Кать, ну вкуси ты аромат сначала, потом ты засунешь. Да что не ты учите меня такой? Кушать, я не могу. Ладно. Вообще вот это вот слушать. Не надо. Что это, свисташечка? С фисташкой, мамина любимая. Спасибо. Ты что, я сегодня не то, что кабачки жарить не захочу, я еще, наверное... Ты успокойся. Телефончик спроси тоже. Ага. Может, не для меня, а для всех людей. Контакты. Может, кто захочет отправить по почте, завернуть красиво. А ну, диктуйте. 067 592 89 2 89 4 4. Николай, шикарная колбаска за всю Одессу. Ребята, вам приятного аппетита. Не благодарите, просто кушайте и будьте нам здоровы. Огромное спасибо. Сколько так грошей мы там наторговали? А мы все взяли, может, мы что-то еще хотим? Вот это надо, пожалуйста. Точно? Давайте для него. С пупырышками. А вот такой вот вакуумированный небольшой. Еще хлебушка? Давай. Сереж, не давай много хлебушка. Я маленький, с краюшку. На. Она тоже колбасы хочет. Да. Даю. Так, вот так вот вам. Это нам, благодарю вас. Шикардос. Так, еще раз спасибо. Вы сделали спасибо, красиво. Всего доброго. Нам надолго, да. Марату привет. Мадам. Марат, вам привет. А? Поделимся, все будет хорошо. Вот, ну у вас мы еще сегодня не пробовали. Блин, такой даже у Николая нет, обалдеть. Это что за великолепие? Свинина, говядина на гранатовом соке. Да ты что, почем? Спасибо. Для вас 550. Вот это вся палочка? Нет, килограмм, она килограмм. А ну взвесьте у Николая на весах, у него лучше показывают. Да я шучу, давайте на своих. Блин, вкуснячая. Да, да. О, ты что, можно жить? 120, возьмите. Очень вкусная. Это та колбаска. Я понял. Это та колбаска, которую не хочется глотать. Вот так вот за щеку кинул и гоняешь ее... День до вечера, да. Я дома встала. Ага, спасибо. А тебя угостили этим шедевром? Да, Сереженька. Да, 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 именно не рубленый, ничего, именно целый кусочек. Итальянцы, пардон. У нас в Украине лучше. Не там вы кушаете свою вкуснятину. Все сюда, в Одессу, маму. Все. До свидания. Будьте здоровенькие. Оттуда Сереже рукой подать. Идем сейчас к Танюше еще поздороваемся. Танечка, здрасте, Бог в помощь. И что там, все нормально? Приятного всем аппетита. Та ты что? Библиотека. У тебя стала. Все. А мы не заходим, потому что нас не были. Мы зашли сегодня первый раз за не знаю сколько там месяцев. Пробуем. Фу, нет, мы трещим. Мы нюхаем и любуемся. Ребята, если что, вот и телефон Танечки. Так что ассортимент сегодня
зашкаливает. Сало едет куда угодно. Давай, и тебе тоже достанется. Хорошо, и копченое, да, и сыровяленое, все, что ты захочешь. Ты что, Таня, в работе, мы ушли. Танечка, целуем твои мягкие руки. Другим разом из тебя начнем. Самое главное, что ты на месте, всегда улыбаешься, и это вот... Спасибо. Это и есть стабильность. Все, гай-гуй, пошли. Елисейка. И что? А? Прям барышня? Хлеба наелась. Как это? Сало нанюхалась. Как утка на самовар, знаешь? Какая утка? Ну, раньше такие курицы или утки были. Нет, на чайнике одевались. Нет, то барышни. Ах, барышни. Что у тебя за детство было? Мариночка, смотри, ты что ассортимент? Ай-яй-яй-яй-яй. Катюня, нам же ничего не надо. Нет, нет, ничего. Вот вы так красиво надо, все сделали. Надо. Сынок, а что? Что ж тебе надо? Не-не-не, какао оставь в покое, у тебя есть. Что у вас, как дела, что, слава Богу? Только подсыпай, да? Все хорошо, слава Богу. Только вот вы что, очень редко приезжаете. А мы редко приезжаем, потому что так получается. Потому что... Зато когда мы приезжаем, мы здесь полдня ходим и не хотим уезжать. Что ты не делаешь? О, у нас же как это, счастливый геморрой появился. О, это не геморрой, это счастье. Не-не, это не это, стройка у нас там есть, вот то, да. Счастливый от того, что там уже огурцы и помидоры растут. А геморрой... Что там ни конца, ни края еще не видно. Это хотя бы на ёшкин ты кот, ты что? Ага, пакетик специй засунула. Примите. Здрасте. Ты что? Со всех сторон. И что? Красота? Как дела? Нормально. Там Вероничке привет передайте, потому что она... Вам такой, ой, сейчас покажу. А ну-ка. Как она? Привет. Вам привет, я тебе сейчас... Сейчас. Ой, она там... Просто, когда мы к Липовану поедем, я говорю, поедем как-нибудь. Да вот как специи все продадите, так и выезжайте. Хотя они же у вас не заканчиваются. Это очень долго ждать. Согласен. Тогда в любое время. Сейчас, уже здесь там Вероника. А, вот. Вот, сейчас. Елисейка, прям невеста? Елисейка. Не трогай руками. Катя, привет. Привет, Катюня, привет. Катя, привет. Ты что? У меня такой микрофон, как у тебя, Липован. А ну тут может быть больше. Смотри, что ребенок Липовану снимает, микрофон одела, маленькая, чтобы она была здорова. А также все детки. Вы наша прелесть. Я не знаю, там что-то выключилось или закончилось. Хорошо. Что, мы вас целуем, обнимаем? Погнать. Ничего ему не давайте, Елисей, успокоился. Вот это он любит. Слышишь? На здоровье, солнышко. Катя, вот что это ты... тебе... Специи надо. Это специи. Специи надо? Нет, специи не надо. Вот как только надо будет, мы сразу к вам придем. Спасибо. Все, большое. Спасибо огромное. Мы ждем вас в гости, приходите. И внучке огромный привет. До свидания. Ты что, поехали. Идем, мечту твою исполним. Я не знаю, будет ли там Сережа или не будет, но на ножи мы сейчас точно зайдем. А ты панамку взяла ребенку? В машине, да. Хорошо, ты нормальная мать. А тут, как всегда, все нормально. Слышишь, нема, короче, ни Сереги, ни Дениски. Ты что? Зато стерки на месте. Терки на месте? Слушай, они еще в ассортименте. Привет! Где твои мальчики, что они все время пропадают? А, Серега там? А ну, бибикай ему сюда или туда, мы сейчас к нему пойдем. Хорошо, ты что? Хотя бы поздоровкаться, елки-палки. Мы на привозе редко бываем, но Серега, наверное, бывает еще реже. Или хотя... Он здесь всегда. А, он всегда, только не... Ну, нормально, попали. Ох, ребята, у вас и красота, смотри. Пчак, ну а так она уже барыня все-таки вышла в люди, елки-палки. Ты что? Ее скоро тебе не только по ушкам будут узнавать, но уже и по платьичкам. А мы же здесь шпагу оставляли. А ушки папины? Мои, да. Просто я раньше себе жвачки туда за ухо делал и приклеивал. Не видно было, да? Не видно было, да. Мои красивенькие, самые любимые. Нет, это, говорят, мода будет такая через 15 лет. Да? Нефертити называется. Нефертити. Ты запомни. Все будут хотеть, чтобы такие ушки были.
Что? Елисеечка, только, сынок, ты мне, пожалуйста, поаккуратнее. Береги руки, здесь все острое. Сейчас прибежит. Ага. Ты что, смотри, ай-яй-яй, Катюня. Ты бачишь нож какой? Сыр резать. Да все что угодно. Да, это и картошечку. И картошечку. Это какое-то художественное ремесло. Да. А шо? Это опасная бритва. Тебе еще пока нечего, но папа уже может бриться. Ага. Что, Миланька, и тебе нравится? Ты что, наверху прелесть? Внизу? Лисейка, ты вилки и ножи внизу? Да. Мультитул, мы с тобой договоримся. Выберешь себе на день рождения, я тебе подарю. А что такое мультик? Любой самый крутой. Это вот такая вот вещь. Плоскогубцы? Там, где все. Там и плоскогубцы, и кусачки, и отвертки, и... Это называется плоскорез. Мультитул, да. Лисей, откуда ты такое название выучил? Да он же у тебя мальчик. А непонятно интересно. Кто. Лисей. Он все знает. Здравствуйте. Как здрасте, 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 здрасте. Да. Нормально как. Растем регулярно, ты видишь? Привет. Уже в платьичке. Да. Помнит, конечно же. Вспомнила, да? Та жарко сегодня, что кошмар. Да, Катюня, опахала надо. Не отпускай. Все, я иду с вами. Да? Поехали, точно. Я ухожу. Смотри, какие ножики, Катенька. Да ты не меня показывай, мы же к Сереге пришли, елки-палки. Покажи, какие ножи. Людям пригодятся. Ребята, телефон Сереги уже все знают, но я вам аккуратненько еще оставлю. Ты что? Пчаки. Смотри, какие работяги. Вот эти вот сорбисы с желтой ручкой, они, в принципе, из черной. Турки очень достойные. Достойные обалденные ножи. Серега, вот эти, случился. Вот что это? Вот эти искал вентилятор. Я? Ты уже услышал? А я уже обалдеть. Услышал. Ты что? А вот оно еще и светится. Ничего себе. Елисейка. А это вот Елисей. Тоже с подсветкой. Видишь, это вот его можешь так держать, а можешь поставить. Обалдеть! А я думал, ты только ножи умеешь делать. Нет, еще и вентилятор. Так... И зарядки? Это прикол. Зарядка. Катюня, а ты хотела? А? О, смотри, на грудь, на лохматку, на нос. А тебе? А как она выключается? А вот нажимай еще раз, там два раза. Вот видишь, это с подсветкой, а вот теперь ты выключил. Серега, ты нас зарядка. Спас, елки-палки, все. Тогда... Мы теперь от тебя никогда никуда не уйдем. Давай зарядочку я подержу. Ты что, Катюня, подержи. А мы с тобой здоровались, я так давно соскучился, что я хочу еще разочек. Привет. Что, как жизнь молодая? Слава Богу. Да? Кстати, показывали шпагу? Нет. Ну, такое, как слушай, там такое хоть что-нибудь. Шпагу не показывай. Да ты что? Елисей, аккуратно, тихо, а ну-ка убери руки. Сынок. Серега. Вот это ты сделал. Я вообще не думал, что она такая получится. Я думал, будет что-нибудь. Катюня! Боже, где вы ее теперь слышишь? Хранить будете, ребята? Мне нужен конь и соперник, срочно. Соперник? Ну, а с кем я буду шпиговать? Со мной. Да нет, сынок, ты мой сынок, а не соперник. Елки ты палки. Серега, у тебя золотые руки. Катюня, иди, дай покажу. Иди сюда, на свет. Аккуратно, она еще и острая. Смотри. Да я вижу. Посмотри, покажи. Не знаю, с чего начать. А? Обалдеть. Это Елисейке подарили, короче, кусочек огрызка. На шпагу было похоже. А теперь это уже настоящее. Серега, благодарю. Катюне надо, чтобы ты подержала. Я ее сейчас заверну и аккуратненько. А, да, Сережа. Ага. Елисей, ты тут? Класс. Я в шоке. Получилось просто именно шикардос. И... Ну такое, слушай, да. Как это, оно в хороших руках, оно да. Даже из бумаги будет, ну, корабль. Там. Спасибо, ну, огромное. Было, короче, так, раз, ну. Короче, нам надо вторая, и на стенку вот так вот их повесить, а? В новом доме. Или над камином еще вешаю, знаешь? Ну то камин когда над будет, буржуйкой. Обалдеть. Серега, топоры какие интересные, прям большущие. Ну, такие, да. Смотри, работяги есть, о. Шо это, смотри, какой маленький, но и очень изящный, приятный в руке. Шефчик.
Катюня, ты покажи всем. Ребята, филейники эти известные, кому надо еще два осталось, заказывайте. Это очень достойный нож. Очень достойный и бесподобный. Я бы сказал, даже незаменимый. Ты шо? О, у тебя самуры появились, эти наборчики? Да шел чисто случайно, полазил по складу и нашли упаковочку. Очень-очень-очень тоже достойные. Металл у них, я не знаю, какой, обалденный. Не, это не лисейки. Это ты ему сейчас дашь и все, лови мне его только в зоопарке, там сейчас пойдет слонов, гиппопотамов. Кстати, вот такой уговаривать. Интересный вариантик. Ого, ого, ого. Красавчик, слышишь? Вот ты не показал мне его раньше. Вот, мы когда у Армена были в гостях. Армен, брат Джан, ты шо? Это то, что... Надо выезжать. То, что доктор прописал. А крепыш какой? Такой, вот да. Это ты хороший сделал. А ну-ка, насади его обратно. Да. Держи. Плотненько, да, раз, заходит. Прямо именно это... Такая штучка. Так. Как это? Искусство? Вот такой. Ты что, гоняешь по двум точкам, и там, и здесь? Здесь сегодня выходной, да, парень, поэтому я там его подбираю. Ага. А, это прессованная кожа? Да. Ну, такой японско-украинский стиль. Ну, хороший, не, это именно танта. Мы его еще даже не танта, гей! Гей, хлопцы! Ха-ха-ха! Шмяк! Только подавай! Вот это да! А ну-ка, тримай! А, это из красивого, да. Да, такой тоже по-старинному такой. Прямо... Что? А тебе? Я шедевр держу в руках, а она на балдажничек трогает. Красивенький. А ей главное, чтобы наполированный был, Катюня. Да. Ты что, спартанцы на таких, да, на таких выясняли отношения? Да, вот, кстати. Да. Вот, чтобы немногие дожили до нашего времени. Оттуда. Ух ты что, а пилочку еще продолбил нормально, или это было еще осталось? Угу. Пилочка огонь. Серега, держи. Тут от тебя. Ух ты шо! Вот это лопата! Слышишь? Давно лежал, думаю, надо это. Но это ты наполировал его, вот это лопата. Это, кстати, рессорная сталь. Рессора откованная, оттянутая. Это какой-то и топор, и мачете, и нож, и я еще не знаю, что-то еще. Блин, тяжелый, руби не хочу. Толщина, да, где-то 8 мм, наверное. Я думаю, что хорошую березу за минуту можно уработать. Такая штучка тоже. О, это что-то интересное. Ручка черешня? Блин. Она так смотрит, как будто бы ей игрушки показывают. Слышишь? А глаз это зеркальце. Смотрит. Нет, ты же видишь, я на расстоянии лежу, потому что она... Она просто не сводит она... глаз. Да? Не сводит глаз. Слышишь? Хорошенький такой именно красавчик. Такими карасика аккуратненько потыкать можно. А это тоже с рессорки тоже. Ага. Серега, ты настоящий художник, ты просто настоящий художник. Ребята, во-первых, откуда у человека столько фантазии разной? Рессоры-то они на вид все одинаковые, держи. Да, но это ее вот когда не обрабатываешь, то есть после закалки весь углерод он поднимается наверх. Ага. И вот он дает такую вот структуру. Структуру. Да, то есть можно его заполировать, то есть чтобы он был глянется, можно вот такой оставлять. Красава, более красава. Дикий. Кстати, вот эти вот модельки очень такие интересные. Вот такой тут эксперимент тоже, клеймо, как узбеков. Узбеки делают там свои клеймо. Да, я понял. Это вот, слушай, хороший такой именно хулиганчик. Они вот ставят клеймо и потом бронзой уже запаивают. Ну, мы там тоже поиграли. Ну, нормально, а что ты, кляксу такой сделал и все. Ну, да, такой. Кто еще в Одессе так умеет? Слушай. Ну, такой тоже. Вот же ёшкин ты кот, да, очень-очень приятный. Не, я просто увидел у тебя ножницы вот эти вот. Так, да. Для работы надо? Это... А мы сейчас к Алиночке едем, да. А она же делает шляпы, а у нее же ножницы, о, и вероятнее да всего они затупились. Но тогда надо будет, там будем у Алины, если что, мы договоримся, и она возьмет все свои ножницы, или мы возьмем с собой Алину на базар и придем. Что-то купим, заодно и поточим, правильно? Эх ты! Обалдеть! Чебуреки! Серый, хотели сделать тебе чехол под тот нож большой. Это под какой, брат? А вот под широкий, который... А, под этот мой топор. Да, какой он обалденный, ты не понимаешь, хотя ты понимаешь. Мы сделаем. Ты что, я работаю? Сделали вот такие чехлы, это вот тебе, короче, чтобы ты еще такую штучку испытал тоже. Брат, ну успокойся, дай потрогать. Держи, я понял. Это будет уже с чехлом. Это обалдеть, потому что обалдеть. Это неудобно, но тоже сделаем чехол под него и... Ты что, Катюня? У тебя ребенок на руках? Я вижу. Это будет тебе. Хороший. Именно походный, на пояс повесил, где-то карася поймал. И сразу его приговорил. Обалдеть, Серега, благодарочка. Ты что, Катюня?
Так, а ну-ка, Зоя. Хорошо, кнопку, ставь да. кнопку, а я пока да. бабки пошукаю. Так же традиция такая, братик. На. Где? Куда? В чебурек положить ему? А? Спасибо огромное. Не забыть сказать. Катюнь, еще один топорик. А, я тебе говорил, что счастье есть. Ты что? Может, тебе что-то надо? Али маме твоей? Да, вот именно здесь. Чего это? Он чеснок потереть, язык почесать. Что надо? Отгадай, что для чего? Где язык почесать, а где чеснок потереть? Я умею, Сереженька, ага. И со? А я тебе сейчас... А я тебе сейчас водичку пишу. Олень и рог. Что это? Олень и рог. С клеймом? Угу. Слышь, а я думал, медвежья кость. Оказывается, олень и рог. Угу. Слушай, хороший какой. Друзья, я от всей души и с хорошим настроением для вас сегодня выгуливал семью и вам показывал удивительные места, где в Одессе таки можно вкусно покушать, ну хотя бы понюхать. Ну и для души что-то заиметь. Одесский диван. Всем пока-пока. Чао.